Так значит, вы волшебные тени. Интересно, что дает синий оттенок? Пока вроде все спокойно. Сейчас мы напишем годовую контрольную работу, которая решает все. Я ее точно завалю. 541 вычесть 452. Сколько будет? 89. Верно. А сколько будет 61500 умножить на 4? 246 тысяч. Верно. Офигеть. Елена, вы написали лучшие эссе. Такие даже ученики Гарварда не способны написать. Я вас записала на все возможные олимпиады. Что вы сделали? Нет уж, не надо мне сверхум. Попробую фиолетовые тени. Что сделал Николай II в 1899 году? Мы же там не были, откуда мы знаем?